Спасибо за ржачную историю. Ну что, уходим в эфир? Что, уже? Да. Хорошо, сейчас только подготовлюсь и все. Доброго времени суток! С вами Артём Червил, и это Черви Новости на телеканале Червянск 95. Сегодня неизвестный червяк подорвал автозаправку «Чернефть» в Вормске. На видеозаписи, присланной МВД Вормской области, запечатлена неизвестная личность, кинувшая гранату одному из огня преградителей. После того, как личность выбросила гранату, она телепортировалась с места преступления. Смотри, что он творит. Что там? Что он вытворяет? Ну что он вытворяет? Совсем уже поехавший. Совсем поехавший стал. Совсем что ли ебнутые? Ну как так можно, а? Это как вообще понимать? Что вообще с этим миром не так? А на сегодня у меня все. Только что поступила информация о личности, которая совсем недавно подорвала гранаты автозаправку в Вормске. Виновника зовут Ардын Вармали. Ардын родился в Вормстане в 1988 году. 15 лет он переехал в Вормск. Сегодня 29-летний вормстанец Ардын Вармали, подорвавший недавно автозаправку в Вормске, был приговорен к 6 годам лишения свободы вормским судом. Виновнику иногда приходит бить его по голове. А бить его приходят разные люди. Ардын планирует побег из тюрьмы, чтобы отомстить всем своим врагам. А сбежать он планирует в ближайшее время. Но это не точно. После рекламы мы наконец узнаем, что будет, если построить стену из 1000 червей и подорвать ее святой гранатой. Чё, банан хочешь? Да хочу, тогда лови. С тех пор больше банан не стали продавать. Эй, ты! Кажется, не пора валить отсюда. Я за тобой иду. Где он? Эй, где ты? Понятно. Ещё мы вызовем ему бомбу. Алло, пожалуйста, атакуйте на него. Спасибо. Он есть! И мы получим. Эй! Так ему и надо. Ты у меня в следующий раз получишь. Конец фильму. Я тут услыхал, что один червяк хочет сбежать из тюрьмы, чтобы отомстить плохим людям. Ну, то есть его врагам. В том числе тебе. Чего? Он хочет и мне отомстить? Да, это правда. Ой, я тебя знаю, не неси хрень. Ну, я и несу. Сегодня, скорее всего, твой последний день. Нет, ты несешь. Ну, хорошо. Только не говори, что я тебя не предупреждал. Ой, напугал. Я пошел новости вести. Смотри, не упади. Ой, спасибо. Ай, пожалуйста. И снова доброго времени суток. С вами Артём Червил. О, нет. Оператора убили. Что делать? Что это сейчас было? Ну что, пришел ваш папка. Сейчас я буду всех вас убивать по одному и по очереди. Срочная новость. Ардын Вармалиев убил нашего оператора. И теперь грозится убить меня, вашего любимого ведущего новостей. Заткнись, сука! О, нет. Ведущего убили! Что ох, ты? Ну наконец-то я убил эту пока! Теперь настала ваша очередь! Готовьте ваши жопы, куда? Ублюдки! Куда? Здравствуйте, с вами Витя... Ой, фу! Митя Иванов, друг вашего любимого ведущего Артёма Червилса. И у нас плохие новости. К сожалению, Ардын Вармалев, который недавно подорвал
автозаправку убил нашего ведущего, нашего любимого ведущего. Так что в скором времени мы найдем нового ведущего. Я буду временно. А теперь к новостям. Они думали, что я уже умер. Они думали, что меня уже нет. Черт, надо бы рассказать им, что это был мой клуб. Только как? Ай, да ну в жопу все это.